где-то на просторах Second Life, на пересечении богом забытых Сима, стоит современный караоке-бар «Анютины глазки» с Wi-Fi. Почему Анютины? Да кто же его знает? Может, потому что работает там одна девушка неопределенного возраста, которую зовут Анюта Нюра. По профессии Нюра – буфетчица. Рэкетом стреляна, бухгалтером пуганная, налоговая, штрафованная, но не сдавшаяся на милость обстоятельств. Вечно все ломается у тебя. Ну ничего не работает. Некому починить даже. И тебя постоянно искать приходится. Да иду я, иду. Бегом все им надо. Прям из-под земли достану. Да, я вас слушаю. И чё? Перегрузите роутер. Фигня какая-то. Приеду, разберусь. Достали. Нюра, буфетчица, женщина душевная и одинокая. Приятная во всех местах и отношениях. Правда, с отношениями что-то не складывается. Но надежда умирает последней. Работает Нюра в своем современном баре с Wi-Fi. Народу много, видела всякого. Поэтому жизнь ее интересна и удивительна. Все думают, окей, но вот не сладко мне. Ревизия вот-вот и трудности в стране. Товар не завезли и бросила напарница. И замуж не берут, и сердце разрывается. Налоговая жмет, а БЭП наезжает. По радио сказали, доллар подорожает. А у меня программа на сегодня другая. Сегодня я гуляю, сегодня зажигаю. Я в пятницу ушла всего на полчаса. Пришла через три дня, протухла колбаса. Начальник статью уволить обещается, а я ему в ответ: мечтать не запрещается. Налоговая жмет, а БЭП наезжает. По радио сказали, доллар подорожает. А у меня программа на сегодня другая. Сегодня я гуляю, сегодня зажигаю. Курортница. Как ни странно, поневоле. На юг ездит исключительно в поисках собственного мужа, который откололся от антарктической экспедиции и теперь регулярно заплывает на льдине в акваторию Черного моря. Естественно, случайно. Так, все ли я взяла? Ох, а паспорт? Надо посмотреть. Фух, все на месте. Ну хорошо. Девушка, на Гавайи телепорт работает? Ох, не работает. А когда будет? Когда-нибудь да будет. Так что же вы мне голову морочите? Женщина, что вам надо? Точка доступа перезагружена и все тут. Мороженого хотите? Нет. У меня на все, что связано с заморозкой, аллергия. А что так? А вот, послушайте. В экспедицию собрался супруг, и я махнуть решила тоже на юг. В Антарктиду ездит он много лет, я на Гавайи заказала билет. И вот стою на берегу в белом платье, сюда приехала не зря загорать я. Звенящий голос его там в отдалении мне показался сквозь прибой, бой, бой. Гляжу налево, протираю я очи, ну точно мой и не один, между прочим. С какой-то бабой во всю глотку хохочу, купаясь в пене голубой.
Ему сказала: это что за дела? Он говорит: ты все не так поняла. Мол, в Антарктиде откололся торос, через моря и океаны понес. А вслед печально догоняли пингвины, и на Гавайи донесла его льдина. А эта баба, то ж сеструха Марина, она случайно тут была, бла-бла. И вот стою на берегу в белом платье, сюда приехала не зря загорать я. Звенящий голос его там в отдалении мне показался сквозь прибои. Вот такая история. А ко мне никакой льдиной никого не заносит. Участковый. Строгая, бескомпромиссная. Под полицейской формой бьется ранимое, одинокое женское сердце. В кармане всегда наручники, а в обезьяннике куча мужиков. Но это не о том, о чем вы подумали. Хочется ведь, чтобы все по любви. Старший лейтенант Костоломова, ваши документы, гражданка. А в чем дело? Вопросы здесь задаю я. Куда направляемся? На Гавайи. Цель поездки? Я ведь только что рассказывала. Мужа разыскиваю. Может, вы мне поможете этого паразита домой вернуть? Возвращать паразитов в семью – моя профессия. Приметы паразита. Да какие приметы? Льдина, говорит, откололась. Понятно. Госномер льдины не запомнили? Да где же мне ее запомнить, если я ее в глаза не видела? Понятно. Так, показания ваши записаны. Ждите. Найдете? От меня еще ни один не уплывал. Правда, убегали? Ой, спасибо вам, товарищ лейтенант. Пойду воздухом подышу. Так-с. Теперь с вами старший лейтенант Костоломова. С сегодняшнего дня работаю на вашем участке. А где Паша? То есть, а где товарищ Трындецов? А товарищ Трындецов больше не работает. Уволился из органов, так сказать. Вот паразит. Не поняла. Я говорю, вот мужики-то пошли. Даже из органов готовы уволиться, лишь бы одинокую девушку обидеть. Ну ничего, придет он ко мне. Я ему припомню, и слова про любовь припомню, и коньячок в подсобке после 22 часов. На чем мы остановились-то? На знакомстве. Как к вам обращаться? Вообще-то я Анна Ивановна. Ну, можно просто Нюра. Кстати, с праздником вас, со Всемирным днем молодежи. Взаимно. Кстати, посмотрите внимательно. Кто-нибудь из этих граждан вам знаком? Нет, не знаком. Такие не в моем вкусе. А что они натворили? Распивали спиртное в неположенном месте. Теперь даже «мама» не могут произнести, не то что свой адрес. Бесхозные, говорите? Ну, дайте я еще раз посмотрю. Ну, вот этот вроде бы ничего, а этот на ревизора нашего похож. И еще момент. У нас на участке ЧП. Побег из колонии строгого режима. Опять? Да что ж такое? Как праздник, так кого-то ловить. Все в наш Нюрнбург бегут. А он что, резиновый, что ли? Это вопрос геополитический. Чего? Геополитический. Опять не поняла. Гео чего? Это что, беглые из этих
из голубых, что ли? Хуже, Нюра. Он из баб. Как это из баб? Да очень просто. Побег из женской колонии. Сбежала знаменитая Люся Сковорода. Преступница опасная, рецидивистка. 10 побегов. Так что, Нюра, будь начеку. Если увидишь кого-то подозрительного, сигнализируй. Ага, просигналю, можешь не сомневаться. Ну, Люська, ну, коза, опять сбежала. 10-й побег, юбилейный. Грабитель. Личность обреченная на перевоспитание. Носит черную маску. Но для женщины в поиске это не помеха. Ей достаточно так взглянуть в глаза, чтобы понять. Это судьба. Стоять, не двигаться, всем на пол. Это ограбление. Твои глаза. Так не двигаться? Или все-таки на пол? Тетенька, вы не по сценарию. Гоните выручку, а потом сами решите, на пол или не на пол. А что это вы, гражданин-грабитель, с утра пришли? Выручки же еще нет. Что? Совсем нет? Совсем. А давайте я вас в подсобке спрячу. Как выручка будет, вы меня и ограбите. Я к вам сама приду. Мы так не договаривались. Ну давайте, давайте договоримся. Может быть, это судьба. Да какая там судьба? Нет бабла и нет разговора. Ну куда же вы? Вот гад. Но какие у этого гада глаза. Это что же? Он сейчас побежит в соседний ларек? К этой заразе Нинке? Так не доставайся же ты никому. В чем дело? Так, товарищ лейтенант, меня сейчас чуть не ограбили. Пожалуйста, задержите преступника. Диктуйте приметы. Он ворвался в мой буфет нежданно. Пистолет и черная маска. Бесполезно сопротивление. Быстро на пол, это ограбление. Все начиналось, как в боевике. Я за кассой, он с пушкой в руке. Я глаза-то на него подняла. И чуть не померла я. О боже, какой мужчина, женского сердца кручина. Как крикнул он: деньги на бочку. И точка, и точка. О боже, какой мужчина, женского сердца кручина. Как крикнул он: деньги на бочку. И точка, и точка. Не хватит всех на свете нежных фраз, чтоб описать его профиль и анфас. Он высок и широк в плечах, и, наверное, не храпит по ночам. И пускай явился он в черной маске, в прорези смотрели синие глазки. Начищены ботинки, воротник не помят. Ой, а вдруг он женат? О боже, какой мужчина, женского сердца кручина. Как крикнул он: деньги на бочку. И точка, и точка. Вот так вот. Ну что ж, так все понятно. Сейчас ориентировочку разошлем, и от меня не уйдет. Только у меня одна просьба.
Вы его к себе в обезьянник не забирайте. Вы его мне отдайте на поруки. Я уж с ним сама разберусь. Ох, вот все мы женщины такие. Слабохарактерные. Кстати, меня Дуся зовут. И можно на «ты». Ой, ох. Что такое? Там такой мужчина. Я б его прямо сразу, ух, арестовала. Слушай, а может это он, мой грабитель, только без маски? Нет, это не твой, это мой. Мужчина, похожий на Тарзана. Просто мужчина, похожий на Тарзана. У вас есть что-нибудь без газа? Но со льдом. Гражданин, предъявите документы. А вам зачем? Не знаю. Просто предъявите. Ну, хорошо. Они только у жены, в сумке. Наташа, принеси мой паспорт. Уже не надо. Девушка, похожая на Наташу Королеву. Просто девушка, похожая на Наташу Королеву. Говорят, что уже не нужно. Так у вас есть что-нибудь без газа и со льдом? Паспорт покажите. А вам-то зачем? Возраст хочу посмотреть. У нас все, что без газа, только с 21 года продается. Пожалуйста. Семейное положение. Женат. Без газа и со льдом у нас только лед. Ну, тогда мне что-нибудь холодное, безо льда. А холодное и безо льда. У нас только чай. Вам до какой температуры остудить? Вот видишь, Наташенька, а ты мне не верила, что в придорожных буфетах отличный сервис. В этот раз проверю. Ну и зря. Мужикам вообще верить нельзя. Никому. Я заметила однажды, ты пришел домой под утро, весь в помаде и с блондинкой. Было это или нет? Было это или нет? Это все, конечно, было. Просто мне вдруг стало плохо. Медсестрой была блондинка, от нее тебе привет. Веришь мне или нет? Показывал стриптиз, да еще и на бис. У меня порвались джинсы, я их попросил заштопать. Бабы сразу налетели, мой исполнили каприз. А потом мы подрались. Это наш с тобой секрет. Врешь ты мне или нет? Все, конечно, так и было. Разве могут быть сомнения? Я и сам почти поверил в этот свой наивный бред. Только это секрет. На-на-на-на, на-на-на, на-на-на.
Вот так встретишь мужчину своей мечты, только начнешь к нему привыкать, и тут раз и телепортируется. Эх. Галя, двоюродная сестра Нюры из Шмеринки, регулярно возит с родины стратегический продукт. Название продукта, ввиду ее стратегичности, не разглашается. Ганка! Галка! А ты все тут, в своей корчме. А ты все салом торгуешь, возишь с родины стратегический продукт. Как тебя таможня-то пропускает? Та за сало и пропускает. Гражданочка, ваши документы. Да что ты, Дусь, это же Галка, сестра моя двоюродная. А что за стратегический продукт вы тут обсуждали? Нюра, ты что, контрабандистов прикрываешь? Не ожидала от себя. Дуся, ты что рехнулась? Мы сало обсуждаем. Галка его уже лет 20 продает. Специально из Шмеринки приезжает. И документы у нее все в порядке. Та все в порядку. Килограмм 120 документов осталось у камеры хранения. Могу показать и даже сдать на дегустацию. Пока не надо. Ганусю, ты мне лучше расскажи, как ты тут? Замуж ще не вышла? Да не вышла, Галка. За кого тут выходить-то? Вот так вот. Ось, держи гостинці, подруга. Горілка, яйця домашні, сало свеженькое. Всі депутати твої будуть. Нюра, ты чего это родину позоришь перед иностранными гражданами? Да я говорю, Альц, да за кого тут выходить? У нас в России в кого ни плюнь, одни олигархи, да бизнесмены. Ну кто тут на бедную буфетчицу-то позарится? Он воно як, а як же сколько грущи. Ну помнишь, ты в прошлый раз сказала, что у него серьезные намерения? Ой, Галь, да он грузчиком только притворялся. Да, на самом деле он этот, ну как его, депутат, во. Депутат, кажешь? А мешки таскав, як простой ворюга под покровом ночи. Так я же говорю, он только притворялся. Говорит, хотел узнать, чем наш простой народ живет. Из буфета моего не вылезал. Жрал, пил за мой счет. То есть пробовал, что едят простые люди. Ну и як? Попробовал, шо казал? Ты сказал, прости, Нюра, что разбил твое женское сердце. Не могу, говорит, остановиться на достигнутом. Нужно еще узнать, как у нас в стране с горюче-смазочными материалами, не разбавляют ли бензин. И ушел к Зинке-заправщице. Да еще и кастрюлю подотчетных голубцов прихватил. Сволочь! Так ты его прямо тут кормила? В этой своей корчме? Да кто ж мужика той баландою кормит? Мужика надо домашними харчами привораживать. Ось як я напрыгла. Распрягай коней, Ванюша, хватит уж скакать в земле. У меня всегда бамбушки и горюка на столе. Ванюша, раз, два, три, колына, гарная девчина, от меня не убежать. Ванюша, раз, два, три, колына, гарная девчина, и не смей мне возражать. Но запомни для начала, если я стою вот так, будет борщ тебе и сало, будет на столе гопак. Ванюша, раз, два, три, колына, гарная девчина, от меня не убежать.
Ванюша, раз, два, три, калина, гарная дичина, и не смей мне возражать. Если руки-поки, то, Ванюша, не серчай, уноси скорее ноги и про борщ не вспоминай. Ванюша, раз, два, три, калина, гарная девчина, от меня не убежать. Ванюша, раз, два, три, калина, гарная девчина, и не смей мне возражать. Ну, а мені вже час. Ванька мій подіта мене зачекався. Бувай, подружко! Спасибо, дорогая. Галка, так куда ж ты пешком-то? Телепорт же вон заработал уже. Эх, ну беги. До побачення! Фатима, женщина с Востока, одна из 12 жен своего дорожайшего супруга, строго стоит на страже бюджета своей многочисленной семьи. Новые жены только через Колыму. Ой-о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 й-
Ну, опоздала! Куда опоздала, хорошая моя? Ой-вай-вай-вай-вай, да шайтана машина в Стамбул телепортнулся! Опоздала я! Ну, один шайтан ушел, другой придет. Никуда твой Стамбул не денется. Ничего ты не понимаешь. Муж от меня денется. А че муж там? Загулял, поди. Загулял. Ой-ой-вай-вай, как загулял. Бедная ты моя, бедная. Фатима бедная. Я бедная. Гульчатай бедная. Зульфия бедная. Амира, 48 лет бедная. Подожди, это чего, все подруги твои? У них тоже мужья загуляли? Что ты такое говоришь? Какие подруги? Жены мы, жены. Фатима, Гульчатай, Амира, Зульфия. Жены мы. А сколько вас всего? 12. А муж-то один? Ой, один. Конечно, совсем один. Вас что там на востоке совсем прижало? С мужиками плохо, поди? Ты что это такое говоришь? Не, у нас с мужиками хорошо. А с мужьями, ой-ой-ой-ой, как плохо с мужьями-то. Как вы там все живете-то, а? О, мы хорошо живем. Фатима обед готовит. Зульфия убирает. Гульчатай посуду моет. Хорошо живем. А муж-то чего делает? А он любовниц себе нашел, понимаешь? Ой-вай-вай, любовницу нашел себе. Ого, 12 жен и еще и любовница? Это перебор. Какой перебор тебе? Горе у нас. За невесту Колым дают, а за любовницу нет. За Зульфию Колым давали? Давали. За Фатиму давали, за Гульчатай давали, а за любовницу не дают, ты понимаешь? Так ты из-за Колыма, что ли? А ты как хотела. 20 000 баранов и 15 кальянов, давай золото груды. Телеги, посуды, вся родня сочиняла этот список немалый.
что всем по подарку лучше брендовой марки. За меня колым давай, да смотри, не прозевай, прозеваешь без проблем, я уйду в другой гарем. Счастье нас с тобою ждет, да несчастье обойдет, ты не жадничай, родной, буду верной я женой. Без камней и богатства я приду в твое царство, там займу трон и ложе, и любовь твою тоже. Я тебя заколдую, я тебя избалую, будешь жить ты как в сказке, и глядеть мои глазки. За меня колым давай, да смотри, не прозевай, прозеваешь без проблем, я уйду в другой гарем. Счастье нас с тобой ждет, тань счастье обойдет, ты не жадничай, родной, буду верная женой. Будешь петь серенады, поцелуй награду. Если будешь брыкаться, я не стану сдаваться. Делай так, как мне нужно, жить тогда будем дружно. И запомни, любимый, я одна в целом мире. Колым давай, да смотри, не прозевай, прозеваешь без проблем, я уйду в другой гарем. Счастье нас с тобою ждет, а несчастье обойдет, ты не жадничай, родной, буду верная женой. Ой-ой! А ну смотри, вон телепорт на Стамбул светится. Беги. А ну стой, шайтана машина! Стой! Вот это да! Это ж надо 12 жен и любовница. Это ж сколько колготок надо на зиму накупить. Нюра, ты зачем эту турчанку отпустила? А вдруг это Люська Сковорода? Изменилась, марафет навела. Дуся, ну чего ты? Да там личная беда. 12 жен и любовница. А мужик-то один. Один? Ха, а и правда. Чего это я? Получается, что мы с тобой, Нюр, самые счастливые? Как вспомню ту замужнюю жизнь, аж мурашки по коже. А мне и вспомнить-то нечего. Это и радует. Ладно, Нюрочка, побегу своих задержанных проведаю. Скучают, наверное, паразиты. Люся Сковорода, рецидивистка, всю сознательную жизнь провела в колонии строгого режима. Другого пути для контроля за мужем, начальником женской колонии, увы, не нашлось. Удар сковородой и регулярные побеги, и он под вечным колпаком предприимчивой супруги. Нюрка, здорово! Люська, моя ты золотая! Беглянка, присядь!
Дай тебя хоть чаем с дороги напою. Ну ты даешь. 10-й побег, юбилейный. Нюр, ну ты же знаешь мою историю. Да-да, знаю. Поэтому и на твоей стороне. Сейчас. Кто свистел? Я свистела, товарищ участковая. Вот, я задержала особо опасную преступницу. Да вяжи уже, начальница, давай поскорее. Кто это такая? Так это ж Люська Сковорода. Задержи ее. А чем докажешь? Вяжи, начальница, пургу не гони давай. Пакуй меня по всей строгости закона. У тебя же где-то есть на нее ориентировочка, посмотри. Давай, начальница, вяжи уже, премию тебе дадут. Так вот она, конечно. Амнистия вам, женщина, вот только что пришла. Поэтому отпустить вас могу только домой. Это как домой? Не согласна я домой. Нет, давай за решетку меня, начальница, в натуре. Дуся, ну будь ты человеком. Посмотри, женщина извелась вся. Ну, не могу же я закон нарушать. Смотри, амнистия у нее бессрочная, досрочная. Да ты че, начальница, на кой мне домой-то? У меня муж начальник женской колонии, я ж здесь от ревности сдохну. Не понимаю. Да че ты не понимаешь-то, господи? Я ж кликуху-то откуда получила? Первый срок мотала. Я ж мужика своего приревновала, да как бахнула по башке сковородкой, и все. Меня сразу к нему на зону и определили. А 9 побегов до зачем? А что, меня освободят, мне что, его опять сковородкой бить, что ли? У меня срок заканчивается, и все. Я в бега подалась, и еще добавили. Ништяк, начальница. Так что ж получается? Ты всю жизнь в пути? Зато муж под присмотром. Дусь, ну что мы, звери какие? Ну ты представь, там полная колония баб. И мужик один, без присмотра. Пакуй, начальница, говорю, давай. Да не могу я. Не могу. У меня приказ. За что мне ее арестовывать? Не за что, понимаешь? А грабеж подойдет? Подойдет. Люська, грабь меня давай. Не стесняйся. Нюра, я в жизни чужого не брала. Я на грабеж не подписывалась. Люська, да мы за любовь еще не на такое пойдем. Грабь давай. Живется кобелю. Я тут выхода себе не нахожу. Я его на диету посажу. На диету посажу. Зимой и весной кормлю на убой. Кастрюлю борща. Что, начальница, пакуй. Ладно, уговорила. Топай давай.
вот это я понимаю, любовь. Ну, может, и моего грабителя найдут. Девушка, подскажите, где здесь отделение полиции? Да вот по прямой иди, да налево. А что случилось-то? Да муж у меня пропал. Сколько раз тебе говорила я, ну для чего так рано замуж выходила я? Ну погуляла бы еще, да вот любовь бывает зла. Зачем я мусор выносить его отправила с утра сама весь день, как на посту. Полы помыла, убралась, начистила плиту. Салата в тазик накрошила, накрутила бигуди. А он все шляется с ветром, ну-ка домой не приходи. Четвертый час, его все нет, разогревать уже. А вдруг он в зимке зарулил, и не дай бог не изменил. Ее убью, ее убью, убью. Подавал заявление, что муж пропал, примите наши поздравления. Вчера задержаны 4 гражданина у ларька, они с букетами и выпивши, но правда не слегка. Один с ведром, другой в очках, а третий в новом пиджаке. Одеколоном весь пропах, если ваши забираете, нужно лучше их пасти. Они вчера ведь даже мама не смогли произнести. И впредь от них не отпускать. Троих не строила, куда ж теперь четвертого девать? Такой он маленький и щупенький, не нужен никому. Себе возьму, себе возьму, возьму. Ура, ура! Нашелся след для нас троих, о, мама мия, лучшего подарка нет. Да мы за них в огонь и воду и в
Ой, вот так вот. Смена моя уже заканчивается, а за день счастья так и не привалило. Все, хозяйка, принимай работу. А, все починил как надо. Слушай, а ты мне дома установишь телепорт? Ну, чтобы мужики ко мне падали сразу, а? Счастья-то хочется. Да не вопрос, сделаю. Как-то вы, красавица, отказать можно. Может, замутим? Всем стоять на пол, это ограбление. Ой, как страшно. Да было уже сегодня ограбление, внеплановое. Как было? А вот так. Так что проваливай давай, пистолетик-то. Игрушечный, небось. А ты кто такой? Проверить хочешь? Не вопрос. Это же ты, синеглазенький мой? Я? Ах ты, паразит этакий! А ну, вали отсюда сейчас же! Касатик мой, как же долго я тебя ждала. И телепорт тебе не нужен. Теперь я у тебя есть. Нюра, а что ты там утром про пособку говорила? Не пора ли тебе уже смену сдавать? Ой, да, уже вечер, пора и закрываться. Я не такая. Не такая я. Говорят, на свете любви нет. И зажили они вместе радостно и счастливо. А наша история подошла к завершению. Почтеннейшие зрители, хотите, не хотите ли? Вот наш концерт закончился и близится финал. Не надо строго нас судить, хотели мы вам угодить. И мы всегда надеемся, что будет полным зал. Приходите, приходите, через день и через год. Актеры не столичные, ребята все отличные. И чувства наши лучшие вам дарим от души. В десятый раз и в сотый раз на сцену выйдем мы для вас. И вы ищите случая к нам в гости поспешить. Приходите, приходите через день и через год. Милый зритель, добрый зритель, театр для тебя живет. Приходите, приходите через день.
живет. Приходите, приходите, через день и через год. Милый зритель, добрый зритель, театр для тебя живет. Театр для тебя живет.